Доброе утро, мой мальчик. Как спалось кисику? Маленький. Лапонька. Ты такой сладкий. Ой, зевает. Чинуль, посмотри на меня. Мой красавец. Красавец. Ну, Катюн, рассказывай. Мяу. Мяу. Почему постель не убрал? Че спишь до сих пор? Чингис, почему до сих пор дрыхнешь? Ой, 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 ой. Че облизываешься-то? Ой, ой, мачо. Здрасте. И что это такое? Батюшки. Лапа. Лапа. Ты меня слышишь? Лапа. Мальчик. Мальчик, мальчик, дуванчик. Ой, ты мой сладкий. Ой, ну поспи еще, поспи. Поспи, придурочный. Чин. Вот через 2 месяца тебе будет 10 лет. Слышишь, лапуль? Слышишь меня? Ну расскажи немножко о своей жизни кошачьей. Расскажи. Ну? Мяу. Лапки. Синеглазенький. Ой, ой, ой. Мяу. Чем недоволен? Ты чем недоволен? Кот. Ну, 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 Чина, ты доктор? Давай песенку споем. Давай песенку споем. Чин. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Потому что нельзя. Потому что нельзя. Чина. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Лапуля. Лапуль. А мне через месяц будет 36 уже, да. Сегодня 17 февраля, дорогой. Мой товарищ кот. Ну, и что скажешь? Мальчик. Мальчик. Кот, ты доктор? Доктор-лечебник. Да? Посмотри на меня. Чин. Настоящий полковник. Мальчик. Котяра. Котяр. Мур. 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 Ой, бродяга. Mm-hmm.
Да. Ну. Чё, запел? Куда? Куда направился? На улицу хочешь? Чинуль, ты хочешь на улицу? Тенс, он холодильник заработал. Ничего не слышно.